Ребят, второй вопрос встает, который выводит путаницу вообще истории типа, вот что это? Вы знаете, понятно здесь очень, для тех, кто немножко знаком с Java, вот они пишут, документацию для разработчиков Java, чтобы было им, в принципе, понятно. А я хочу, чтобы было всем понятно. Тип только с одним значением юнит, объект тип соответствует void в Java. И вот эта вещь всех запутала. И пошли куча объяснений. По умолчанию главный класс любой программы Java содержит метод main, но этот как и в Kotlin, который служит точкой входа, это мы в занятиях работали. Ключевое слово void указывает на то, что метод ничего не возвращает. Вот тут и все. Вот тут и поплыли. Разработчиков Kotlin нельзя ругать. Ведь на самом деле они рассказали для разработчиков Java, чтобы те успокоились. Потому что язык сложный. И если они дальше пойдут копаться, то там функционального программирования нет. Ну как вы объясните, там Java это объектно-ориентированный язык. Довольно сложный, многословный, кастрированный, но мощный, да, очень мощный. Я имею в виду кастрированный, потому что ООП под Java, ну, нельзя изучать. Сначала надо выучить в любое нормальное ООП, а потом лезть в Java. Тогда будет понятно. А потому что если сравнивать ООП под Java, то, в принципе, иными словами, брюки с материалом, понимаете разницу? Вот ООП Java это материал, а вот готовые брюки, это разница есть? Или разница между слоном и самолетом? Вот это не одно и то же, понимаете, да? Так вот, теперь давайте разбираться. Открываем язык и делаем вывод. Разработчики Kotlin должны, их задача, чтобы, в принципе, мир Java-программистов переходил на Kotlin. И те, кто переходит, они к Java не хотят возвращаться. Kotlin полностью совместим с Java в обе стороны. Можно писать код на Kotlin, потом на Java, потом наоборот и так далее. Получается, но Kotlin полностью самостоятельный язык. Допустим, вот я знаю, что зачем может быть Kotlin Java понадобится? Ну, скомпилировать программу для там iOS. То есть модуль скомпилирует автоматом, то есть переведет с Android системы на iOS. Все. А остальная вся логика может быть написана на Kotlin. Думаю, скоро и эти вопросы решатся. Теперь давайте-ка немножко подумаем, да? Итак, разработчики ставили задачу вывести основных типов. Сначала напишем тип только с одним значением unit объект. Этот тип соответствует void типу в Java. Ребят, то есть мы с вами прочитали, что void в Java ничего не возвращает. Вы можете посмотреть void в C, то есть поройте историю. Я всегда даю в школе порыть историю void. Вы найдете во многих языках. Но тем не менее, ведь в каком смысле они это имеют в виду? Вот у нас есть функция double. Смотрите. Мы вот это можем убрать, да? Вот здесь поставить unit. Теперь задаем вопрос себе. Что такое Kotlin? Kotlin это объектно-ориентированный язык. Что представляет собой какие-то, не какие-то,
А все, что бы мы ни писали на Kotlin, что представляет собой? Объект. Отлично, разобрались. Если все объект, значит, но мы себе задаем вопрос. Хорошо, если это язык со статической типизацией, и есть объект, и если не будет возврата, то есть не будет завершена. Вот вы вошли в дом, а дверь не закрыли, незавершенная операция, холодно, да? Вы пошли в магазин, а ничего не купили. То есть ваш замысел везде рушится. Вы ничего не получаете, то, что хотели, потому что не сделали. То есть должно быть в объектно-ориентированном программировании не может быть, по сути дела, чтобы ничего не было возвращено. Так вот, разработчики Kotlin решили, пусть это делает компилятор за нас. То есть return – это возврат, да? Когда мы ставим здесь int, то есть указали тип int, в другом случае string и так далее. Компилятор проследит, чтобы мы обязательно написали слово return – вернуть, и вернули указанный тип. В случае, когда мы... Давайте возьмем, чтобы мне много не писать, время занимать. Пишем другой код. Здесь пишем тип string, потом int. Какой тип вернут? Мы с вами разбирались. Непонятно. Нам надо просто вернуть. И мы ставим unit. Да? По сути дела, вот мы опустили unit. Его здесь не было, но компилятор, когда ничего здесь нет после параметров, он все равно это рассматривает как юнит, как будто он есть, да, и код работает. И поэтому для компилятора это вот так. И что компилятор? Но ведь смотрите, return у нас... Здесь нету. У нас есть println, ну, что вывести, но возврата нету. Хотя оно тоже было бы работало, если бы мы написали. Да, там присвоили бы значение и вернули бы. Ребят, здесь очень важно понимать такую вещь сначала. Сейчас. Смотрите. Тип только с одним значением unit-объект. Тип с одним значением unit-объект. Возвращая строковое представление объекта. Это все путает. Ребят, здесь надо понять одно. Возвращает он внутри себя. От программиста это не требует. Return. Но больше это похоже. Если так, то компилятор завершает работу с объектом. Ведь, по сути дела, когда функция ничего не возвращает, но ведь она же должна возвращать. Потому что в других языках, таких как, например, Python, да, мы же можем что сделать? Мы можем сделать следующее. Написать функцию def, да, так ее назовем, допустим, unit, пусть ничего не будет пока, и здесь написать pass, или написать параметр у нас id, присвоить значение, пока ничего, да, unit pass, дальше вызвать unit, сделать по-другому, все-таки попросить вывести, вывело значение, ничего, да?
Здесь есть, да, то есть, но если начать разбираться с Python, то это вообще здесь написано на C процедура, да, то есть мы не будем вдаваться. Но тем не менее, в данном случае мы можем написать функцию в том же классе, а использовать позже, да, то есть переопределить ее как-то. Здесь все очень четко и явно, то есть пас, ничего не делать. А в языке со статической типизацией так не очень-то и получится. Он компилирует. Иными словами, где у меня? Иными словами, иными словами, ничего не возвращает, кроме одного экземпляра. Как это понимать? Еще раз говорю. Компилятор внутри себя return делает. Не значит сам return. Просто он возвращает. И, по сути дела, для компилятора функция без return, да, но с unit, она является завершенной. Дальше всего лишь, но при этом объект отработал. Дальше он ожидает. Либо может разработчик просто вывести на экран, либо вернуть. Но для компилятора, когда unit, он вернул один. По сути дела, что делает компилятор? Возвращает внутри себя единицу. Не, смотрите, здесь важно понять единицу как одно значение. Чтобы здесь не поплыть. Да, и мозги-то начинают закипать. Как это ничего не возвращает и все-таки возвращает? А вот тут надо немножко заглянуть, допустим, в другие языки. Вот возьмем язык F. Тип unit. Это тип, который указывает на отсутствие определенного значения. Тип unit имеет только одно значение, которое вступает в качестве заполнителя. Ребят, помните, мы с вами говорили здесь, смотрели приемники. То есть, по сути дела, автоматически компилятор возвращает один экземпляр, чего бы вы ни написали, возвращает одно значение, чего бы мы ни написали. Он возвращает это для себя, чтобы объект, функция была завершенной. Но при этом от нас компилятор не требует прописывать конкретно return. Может, нам надо просто показать, а может, нам вообще ничего не надо. Если мы ничего не делаем здесь, да, и выводим, здесь мы просто смотрим сейчас, да, ожидается элемент. Ожидается элемент, то есть, а теперь давайте попробуем. Все равно. Так, стоп, 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 стоп. Я здесь вот так. Сейчас мы завершим уже урок, не переживайте. Так. Тем не менее, функция отработала. Значение внутри компилятора было возвращено, но при этом от программиста не требуется return или иное другое. Компилятор, но компилятор внутри себя вернул значение, одно значение, да? Одно значение. И при этом, ребят, ошибки не вызвало. Он отработал. Просто эта функция, как говорится, ничего не возвращает. Если взять,
копнуться функциональное программирование, то есть такая вещь монада. С одной стороны, это можно себе еще четко представить что-то вроде этого. Почему? Потому что разработчики Kotlin, они четко объяснили, но ничего лучше не придумали. Мы преследовали какие цели? Первая цель, чтобы программиста освободить от чего? Он мог по своему желанию, чтобы его функция ничего не возвращала. Еще чего? Еще того, чтобы вывести из-под типов. То есть, когда надо нечто передать, где есть и числа, и строки, и вообще, не, как мы с вами смотрели, пути, но чтобы это точно отработало. Значит, мы должны освободиться от типа, да? И вот появилась когда-то такая вещь монада, то есть абстракция, когда программа передает что-то неопределенное. Так вот, ребята, тут парень, жалко нет имени, типичный программист, очень хорошо описал историю, откуда брали именно разработчики Kotlin. Разработчики Kotlin объяснили так. В функциональном программировании есть понятие unit, когда надо передать нечто некорректное, то есть вывести из-под типов. Мы ничего другого лучшего не придумали. Но это, по крайней мере, понятно. Мы с вами видели монады, да? Только что смотрели в Википедии. Итак, математиками, топологами была построена достаточно абстрактная теория категорий, которую они использовали для сокращения доказательств. Со временем теория категорий нашла свое применение во множестве отраслей математики. Информатики выяснили, что эта теория подходит для описания операций с реальными данными, которые не всегда могут быть корректными. Это наш случай. Мы с вами четко видели, что в данном случае есть адрес, это строка, и есть вес, это число. Ведь, по сути дела, сложить или там что-то сделать, строку и число, какой, вот в данном случае, какой тип вывести? Мы же не можем вывести и строку, и число, то есть указать здесь, да? Так как будет неоднозначность. Значит, теоретически вывод некорректных данных мы не можем определиться, то ли выводить интегер, то ли вводить строку. Значит, что делают разработчики Kotlin? Абсолютно верно. Они начинают опираться о теорию, то, что мы раньше рассматривали. Да, мы передаем пусть HTML, это некорректные данные, это не строка, но этот HTML понимает браузер. Иными словами, задача языка какая? Передать. А дальше не его дело. Браузер поймет. И дальше мы читаем. Все правильно здесь описано, очень, очень грамотно. Вот, информатики выяснили, что эта теория подходит для описания операций с реальными данными, которые не всегда могут быть корректны. Вот это тот случай. А также это тот случай, когда мы работали с фреймворком, да? Дальше. Для общего развития. Монады бывают двух видов. Первый вид – чистая монада. Она представляет корректные данные в языках, в принципе, в ней нет смысла. Почему? Потому что, когда корректные данные, допустим, это только числа и только строки, то в языках есть определенные типы данных – строка, число, булевые значения, истина, ложь и так далее. Второй вид, некорректная монада, она нужна для представления некорректных данных. Над этими двумя типами определены операции. Ну и дальше человек
объясняет, по сути дела, идея была взята разработчиками Kotlin именно из этого. Вывести из подтипа и вернуть некорректные данные. Я, возможно, пересекаюсь с тем, что раньше говорил, но надо же завершить до полного понимания. А теперь давайте рассмотрим то, что мы видели в Kotlin. Есть класс Ани. Так, сейчас, секунду. Так, я не вижу. Ани. То есть класс, от которого, который является для всего, что создается в Kotlin, суперклассом. Вот от этого класса и прописан юнит, объект без типа. И при этом, если мы берем документацию Kotlin и читаем, что это как void, объект, который ничего не возвращает, то здесь надо делать в голове пометку. Void в Java точно ничего не возвращает. А юнит в Kotlin не требует возвращать. Разницу понимаете? Java Void ничего не возвращает. Юнит не требует возвращать ничего от программиста. Юнит возвращает один экземпляр внутри себя, не от программиста требует, один экземпляр, один, единицу, не единицу, а один, неважно чего, то есть любое при этом компилятор при как только мы ввели юнит либо убрали и здесь ничего не пишем, все равно компилятор воспринимает как юнит, он как экземпляр, как объект класса для себя внутри пишет выполнено. Он написал, то есть ошибки нет. В данном случае выполнено, но программист ничего не затребовал. И, иными словами, функция в данном случае мы ничего не запрашиваем, ничего не возвращает. Функцию я выполнил, но программист пока ничего не затребовал. Я выполнил, я компилятор Kotlin, не обязываю программиста прописывать явно return. Но я уже вернул
один экземпляр и даже если ты программист заполнил параметры, то я не требую от тебя вызывать функцию и передавать этим параметрам аргументы. Зачем я это делаю? Меня долго долбали разработчики, пока им в голову не пришла мысль, что истина на поверхности. Истина на поверхности. Считайте, что юнит я реализация монады. Монады. То есть, когда нужно передать неопределенные данные. Когда программист, ты компилировал программу с юнит, то есть со мной я и есть юнит, я внутри себя вернул одно значение. Но так как я не знал, как ты его назовешь, я просто для себя сказал: выполнено. Если ты захочешь передать разные типы, я передам. Если ты захочешь вернуть, явно прописав return, я верну, но я этого не требую. От меня ты не увидишь ошибок и исключений, если тело функции
между фигурными скобками идет тело функции. Только вторая фигурная скобка где-то там внизу потерялась. А может, мы ее уже и закомментировали. Ну, это не так важно. Мы же сразу разберемся. От меня ты его не увидишь, исключение, если тело функции будет пустым. Ты, я, уже внутри себя вернул одно значение и назвал для себя его «выполнено». Я назвал именно «выполнено», так говорит компилятор. На самом деле здесь начинается в Kotlin, начинается действительно магия, когда мы начинаем рассматривать расширение. Это мы чуть позже увидим расширение, когда происходят фантастические вещи. Иными словами, если вы хотите на Kotlin именно творить, то надо двигаться в сторону расширений. Мы обязательно двинемся. Итак, подведем итог. Надеюсь, теперь вам тип юнит понятен. Коротко это так. Тип юнит в языке Kotlin понадобился тогда, когда нужно передать некорректные данные. То есть данные разных типов. Или вообще, как мы смотрели с вами видео, что был передан путь. Какой там тип? Да никакого типа, просто строка, путь. Когда надо передать некорректные данные. Что делает Kotlin? Он возвращает один экземпляр. Но при этом он от разработчика не требует явно прописывать команду возврата return. Либо какие еще команды, допустим print, ln и так далее. Тело функции может оставаться пустым. При этом данная функция не вызывает исключение или ошибку, так как она воспринимается как функция, которая ничего не возвращает. Это же нормально для языков. Нормально. Но, чтобы вы не путались, в документации написано, что юнит это как void в Java. При этом надо понимать, что функция просто ничего не возвращает. Но реализовано все совершенно по-разному. Да, очевидный результат описан в принципе правильно, но сильно запутано. Потому что разработчики Java, которые четко понимают, что void, он ничего не возвращает. Ничего значит ничего. Для них это понятно. В Kotlin, когда мы рассматриваем, здесь надо немножко включать мозги. Он разрешает ничего не возвращать. Разрешает оставлять тело функции пустым. Но внутри компилятор возвращает одно значение. Откуда взято одно? От функционального программирования, от пути монады. Иными словами, то, о чем раньше говорили и читали. Это полезно. Во всех языках тип, вообще юнит, выполняет одну задачу – вернуть что-то одно. В языке Kotlin внутри себя он возвращает один экземпляр.
этот экземпляр порожден от класса Ани. Ани – это основной суперкласс языка программирования Kotlin. От него идет все. Почему от класса? Потому что все в Kotlin является объектом. Применение юнит в Kotlin дало возможность делать мощные вещи. Как мы видели, работать с неопределенными типами данных, любыми, то есть выводить данные из-под типа и возвращать результат, который мы хотим видеть. Это дает возможность нам строить Android-приложения, iOS-приложения, сайты, потому что, как мы видели ранее, возвращать надо абсолютно разные вещи. Тип Unit говорит о мощности функционального программирования в Kotlin, так как в Kotlin есть понятие функций расширений. Это когда мы хотим творить, это дальнейшие занятия, творить на Kotlin, переопределять, что-то действительно делать новое. Получилось довольно много, я рассказал. Для тех, кто начал с этого видео, сайт spb-tut.ru, начинаем заниматься. Спокойно, все получится, писать будут все. Пока все.